Социально-экономическое развитие Ивановской области обсудил Дмитрий Медведев с губернатором региона Станиславом Воскресенским. Речь шла в частности о создании территории опережающего развития в городе Южарец. А центр оказался в сложной ситуации после того, как практически остановилась ткацко-предельная фабрика, которая являлась градообразующим предприятием. Теперь городу будет проще привлекать инвесторов, появятся новые рабочие места. Сегодня хочу вам сказать, что подписал решение о создании территории опережающего социально-экономического развития Южа. Что вы предполагаете делать в этом новом торе? Инициаторами проекта было 5 инвесторов. Мы сейчас с ними будем плотно работать, чтобы все обязательства инвестиционные в связи с этим распоряжением были выполнены, и те рабочие места, которые планировалось, были созданы. Там есть несколько предприятий. Это и производство медицинских изделий, и пищевая промышленность, и сельхозпереработка. Мы обычно с запасом создаем подобные территории опережающего развития. Вот если обратиться к перечню, то здесь не 5 направлений, а целых 20. Так что, я думаю, если инвесторы захотят, там есть где развернуться.